Всем привет! Мы приехали в Рагузу. Как видите, опять солнышко, небо вообще, облачков нет. Очень-очень жарко. Красивое место, нам очень понравилось, вот всем прямо. Мы были только что вот там. Дальше по той улице, наверх. Мы ходили в кафедральный собор Рагузы. Очень интересно, очень симпатично. Хотя, на самом деле, кафедральный собор не такой старый. Всего лишь там 300 с чем-то лет. Я, конечно, ожидала чего-то более старого, но очень красиво. И где-то минут 15 назад были колокола. То есть вообще супер, все понравилось. Потом мы пошли по магазинам, по сувенирам. Ну, в общем, сейчас все ушли в книжный магазин, там покупать книги. А я здесь хожу и снимаю все. Это вот заготовки для каннолли. Если вы не ели каннолли, вы очень много чего упустили. В каннолли туда впихивается потом крем, сладкий крем из рикотты. Очень-очень вкусно. Вот здесь видно мороженое. Попробую так заглянуть вместе с вами. В общем, здесь тоже какое-то очень красивое здание. Что я вам хочу рассказать? Панини. Здесь мы пили только что гранатовый сок. Очень вкусный гранатовый сок. И ели каннолли. И ели еще арончини и скакка. По-моему, скакка. Так называется. Это, в общем, такая, типа как арончино, которая сделана из риса. И там, например, фарш и сыр. И все это пожаренное. Тут это скакка, это такая же самая штука, но только помидор. Помидор и, например, баклажан. Или мы еще брали со шпинатом и сыром. Очень тоже вкусная вещь. Туристы. Здесь так много туристов. Ну, в Италии, в принципе, везде много туристов. Но здесь как-то очень... Ну, скорее всего, здесь просто чувствуется так, что их много, потому что город не небольшой сам. Что я вам хочу рассказать, если вам интересно, но даже если вам не интересно, я все равно рассказываю. Мне уже лучше, я уже пойду купаться сегодня. Конечно, в рубашке, вот. Но я использую два вот эти спрея, которые у меня есть, против ожогов, поэтому... Я думаю, что все будет нормально, тем более, что купаться хочется, тем более, что отличная погода, шторма нет, потому что вчера был шторм, вчера был сильный-сильный ветер, купаться было невозможно абсолютно. Сегодня все гораздо лучше. Вчера мы никуда не ходили, у нас был вчера ужин на той вилле, которую мы снимаем. Люди, реально, мне, наверное, нужно сделать видео, рассказать вам немножко про эту виллу. Очень интересное место, очень-очень классное место. Очень большая вилла, огромный сад. Нам даже разрешают там брать, например, базилик, к примеру, если нам нужен для готовки. Перец. Хозяин приносил нам перец. Еще всякие майоран, мята, ну, в общем, все, что нам надо, можно брать. А вчера мы делали гриль, ну, мы не делали гриль, это делали мой муж делал, и муж второй части семьи, с которой мы здесь вшестером, я с мужем и еще одна семья из четырех человек, и вот муж и папа семьи, он вместе с моим мужем, они делали гриль. Рыба. У нас была рыба. У нас была дорада. Потом
не креветки, а эти, которые как большие, они как креветки. Я их, короче, я их не ем, потому что у меня на них аллергия. Поэтому я не знаю, как они называются. Потом окунь, тунец мы купили, кстати, тунец. И еще пара рыб, которые я не знаю названия. Вот. И вот это вот мы все делали. Мы делали с ней типа как рагу из кабачков и помидоров и с чесноком. И потом это все на поджаренный хлеб. И вот. И потом у нас еще был очень-очень вкусный арбуз и белое вино. Вот, мы наелись так, что просто до отвала. Мы купили, мы накупили всего на 50, по-моему, евро. Это вместе с вином. Andiamo là? Вместе с вином где-то на 50 евро. И мы наелись шестером так, что просто до отвала. Вот. Смотрите, как красиво. В общем, пока что, наверное, это самый красивый город из того, что мы видели. Я имею в виду по всему ухоженность города, отсутствие мусора, потому что, ну, к сожалению, на йоге есть эта проблема с мусором. Вот здесь же все отлично, все супер, все классно. Мы сейчас пойдем в церковь, я не знаю, разрешат ли мне разговаривать, точно нельзя. Но давайте зайдем, посмотрим. Если скажут выключить, я выключу. На центр? Да. Только на центр? Закрыта церковь, нас не пустили. Вот. Adesso? Adesso vi spiego tutto dei luoghi del Monte Albano. Go la guida completa del Monte Albano. Dentro che sei il tesoro del Monte Albano. Sta riprendendo? Sì, posso? Sì. Ok. In this book there is Monte Albano history. The wow, col Albano history. In this book you can find all you want. В общем, Роберто, да, с английским. First step. Короче, он купил. We are here in Ragusa. Ragusa is Ragusa for the American people. Ragusa, Iowa. Iowa. Okay, understand? Repeat. Ragusa. Okay. Passo. Ragusa. Ragusa. Ragusa, Sergio Sumo. Da Trieste. Io a Trieste ho avuto piacere. Che allora tale si. Какой-то мужчина сюда пришел. Короче, Роберто купил книгу по следам Монтальбано. Все тот же комиссар Монтальбано, люди, если вы еще не смотрели после всех моих видео этот сериал, я очень прошу посмотреть хотя бы одну серию. И даже если вам не понравится история, просто смотрите на места, на город, на виды, на море. Это того стоит. В общем, да, ладно. Видео получилось какое-то малоинтересное. И, ну, я надеюсь, вам все равно интересно. Я очень-очень ценю то, что вы меня смотрите. Даже мои кривенькие видео, когда все трясется. Мне это очень-очень приятно. В общем, мы идем вперед. И если вдруг там что-нибудь еще будет интересное, я сниму. А интересное будет, кстати. Я думаю, что будет. Насчет завтра, я думаю, что завтра. А, мы завтра едем повидаться с подругой моего мужа. Они уже друзья уже, наверное, лет 25. Вот. И она живет здесь, неподалеку. Ну, как неподалеку. Где-то часа полтора на машине, и мы к ней поедем завтра на обед. Я ее до этого никогда не видела, поэтому это будет первая у нас встреча. И Via Orfanotrofio. Orfanotrofio – это детский дом. Где-то здесь был детский дом, скорее всего. В общем, поэтому завтра мы не здесь, мы в другой провинции вообще будем. Ну, я думаю, что поснимаю тоже. Мы будем в провинции Кальтанисетта.
А послезавтра я все-таки думаю, что я уломаю, уломаю наших поехать в Сиракузу. Потому что очень-очень хочу поехать и в Сиракузу тоже. Questa è Vigata? Questa sarebbe la sì, il suo centro nevralgico, diciamo. Смотрите, да, Роберто, хорошо, что купил книжку, потому что написано, что Рагуза в фильме о Монтальбано называется не Рагуза, а Вигата. И, в общем, кое-какие съемки происходят и здесь тоже. Очень красивый. Iniziamo dalla zona est, cioè adesso andiamo là, вот nella там zona est, вот, сейчас туда пойдем. Percorrendo poi il corso мы идем, 25 апреля, мы идем по этой улице, это улица 25 апреля, пойдем вниз, и там будет центр этой Вигаты, которой на самом деле нет, это Рагуза. Способы. В общем, ладно, я, наверное, пойду. Я пойду вниз. Ragazzi, io scendo. Sì. Я пойду и немножко поснимаю вам. Расскажу. Так, в общем, вот. В Кальтонисетто мы завтра едем, поэтому я рассчитываю на то, что я там тоже поснимаю. И завтра попробую хотя бы, если не всех, уломать. Ну, хотя бы половину нас. Чтобы мы поехали в Сиракузу, потому что очень-очень интересно, и мне кажется, оно того стоит. Попробую пройти здесь, потому что я сейчас буду до завтрашнего утра стоять. Конечно, эти маленькие улочки, они совершенно не предназначены для того, чтобы по ним ездили машины. Эти улочки были сделаны хер знает когда, когда машин не было еще и в помине, и трудно здесь ездить. Сувениры. Смотрите, как красиво. Это мой муж по зонтикам. Макс, ой. Скажи привет. Привет. Мы идем вниз. Скажи привет. Дима, здорово. Скажи привет. Скажи привет. Угу. Молодец, молодец. Мы идем туда. Робби, мы идем туда. Роберто нам сказал, что мы идем туда вниз, поэтому идем вниз. Слушаем человека, у которого книжка. А questo cos'è? Это старый лазарет, куда приводили, приносили больных людей. Давайте пойдем. Я без флеша, поэтому я надеюсь, что вам видно. В общем, здесь написано было, что этот лазарет его сделали в 1535 году, потому что тогда были всякие эпидемии. И, в общем, люди, которые хотели помочь на бесплатной основе, помогали людям, их успокаивали душевно, им помогали физически, морально. В общем, вот так. Очень такое это грустное место. Мы идем вниз. Мы идем вниз, а это церковь Святой Магдалены. Ну, скорее всего, закрыта, потому что та тоже церковь, куда мы ломанулись, она тоже закрыта, скорее всего, потому что там, по-моему, в час у них там какие-то обряды,
идут, поэтому лучше в это время в церковь на Сицилии, ну вообще на юге, не ходить, потому что там самые преданные, там, наверное, молятся как раз вот в это время. Спускаемся вниз, здесь такой ветерок, здесь так приятно, вот, но я все равно иду в кепке, потому что если в кокос напечет, то будет очень-очень плохо. Красивые виды. Спускаемся вниз. Тут, знаете, тут так много этих лавочек со всякой дребеденью. Но это во всех это городах. Сейчас я покажу вот здесь вам Лиза, которая фотки делает. Так, кстати, если кому-то интересно, здесь чай можно купить, чай. Это, я вам скажу, очень какое-то странное место, прямо такое место, которое можно предать анафеме, потому что на юге чай — это, конечно, жесть. Ну и красиво. Чья-то приватная вилла. Квилла, да? Эй, каволя. Тоже очень красивый балкошка. Как видите, очень многие дома, они такие немножко пошарпанные. Но я так понимаю, знаете, как бы не то, что нет смысла их там делать, а просто от этого солнца, от которого, блин, все плавится нахрен. Тут даже, ну, нет смысла. Вы покрасите этот дом, через год он у вас будет абсолютно такой же, потому что под солнцем все это дело обшарпается, все это дело поотпадает, и все. Это ресторан с традиционной кухней. Мы, я не знаю, вы поняли или нет, я думаю, что нет, но мы спускаемся вниз. Мы сначала поднимались, сейчас мы спускаемся. Да, давай, Диама. A mangiare? No, no. A far cosa? Sulle tracce dell'ispettore. Siamo sulle... quasi trovando. Ah. Они очень увлеклись книжкой и ходят по следам Монтальбана. Perché qua dentro in questo ristorante c'è hanno fatto anche il film. Вот в этом? Sì. Вот в этом ресторане они что-то делали, какие-то съемки. Ладно, мы, наверное, закругляемся на этом. Потому что мы пойдем дальше. И, в общем, на следующей встрече постараюсь снять что-нибудь более интересное. И что-нибудь менее болтливое. И что-нибудь менее такое плавающее. Потому что я знаю, что очень многие люди жалуются. Очень многие отписываются от того, что моих видео, там, где я хожу и что-то рассказываю, они... Ну, их трудно смотреть, но, люди, я уже несколько раз вам говорила, объясняла, почему так. Дело в том, что когда я иду, мне нужно быть очень осторожной, потому что у меня проблемы с внутренним ухом в одном ухе. И если у вас или у ваших знакомых, или у кого-нибудь из родственников это есть, то вы, в принципе, понимаете, о чем я говорю, что это неприятно, это вы... Идете, вам нужно идти осторожно, не покачиваясь. Еще нужно следить за тем, чтобы ровно держать телефон. Короче, для нормального человека с нормальным средним ухом никаких проблем. Для человека, у которого проблемы с этим делом, то проблемы есть. Это не так легко. Вот, поэтому еще раз прошу прощения, но это... Я не могу это контролировать, к сожалению. Смотрите, какой классный магазин. Сувениры. Такой классный, классный, большой, красивый. А это мы... Макс. Как вы за староба? Джордини. А, это сады. Сады. Смотри, как красиво. Андрема дентро? Ну шо. Андрея Мадрент, Дентро и Лиза.
Ладно, мы идем в сады, поэтому я думаю, что вам придется меня еще немножечко потерпеть, мою болтовню. Мы идем в сады. Come si chiamano questi giardini? Ibla? Iblei. В общем... Lo trovai il ristorante? Era quello lì? Sì. Non quel largo che era chiuso, quel prima che si è aperta. Ah sì? Ma sono le prime 12 città. Он очень счастлив, потому что он нашел ресторан, в котором делались не съемки. Мы идем в сады Иблы. Сады Иблы. Città di Ragusa. Это общественный сад. Сюда можно идти беспроблемно. О, боже, как здесь красиво. Люди! Смотрите. Я правильно сделала, что не выключила камеру. Viale delle Palme. Ой, как классно. Viale delle Colonne. Короче. Giardino. Iblea. Iblei sadi. И мы идем. Это так красиво. Вообще кажется, что вы в какой-то экзотической стране находитесь, а не в Италии. Но хотя на юге Италии очень-очень много всего, очень много пальм. Классно. Как красиво. В общем, ладно, я, наверное, буду здесь разговаривать, тусоваться с нашими компаньонами. Orazio Genco, ex ladro di appartamenti, l'ho vista la puntata, che è qui ricoverato nella casa di riposo per invalidi. Тут тоже были съемки Монтальбано, потому что комиссар Монтальбано пришел сюда, чтобы встретиться с одним из чуваков, которые были в этом фильме. Chi era ladro degli appartamenti? Ladro di appartamenti. Vor. Che dopo invece non è lui l'assassino, è un altro, adesso mi ricordo. Vor, который по домам ходил и все, короче, крал. Sì. Stop, ma in una puntata, nell'altra, Danza del Gabbiano, è ambientato invece qua il parcheggio dell'ospedale dove è ricoverato Fazio. Montalbano raggiunge la sua tipo, dove all'interno si trova già l'infermiera Angela e con lei ha un appassionato rapporto orale e anale. Per poi raggiungere il ristorante e insommare a Marinella Punta Seca ma capisci che mi hai adesso smerdato tutta la mia ripresa? Adesso lo voglio vedere su YouTube. Di 22 minuti. Guarda che te avrà super like a un certo punto. Ладно. Я даже не... Quasi 2000 like. Una tutta, ma... Короче, вот. Я не знаю, короче, придется мне это дело все вырезать. Пойду к Элизе, она более нормальный человек, чем эти двое. Ощущение такое, что им по 10 лет. Между прочим, в сентябре будет 30 лет, как они познакомились. 30 лет романтики. Вот так вот. Смотрите, церковь. Ладно, теперь точно я выключаю. Сад вам еще раз покажу. Еще раз скажу вам спасибо за то, что вы меня смотрите. Я надеюсь, что хоть немножечко вам мои видео могут скрасить дни, если вы, например, летом никуда не поехали, если вы дома, если вы без отпуска. Хоть немножечко, чтобы они вам сделали приятным это лето. Вот, на этом все. Пока.